Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова сидим на проекте Amazing Holy Play. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео. Заходите, смотрите и начинайте играть вместе на данном проекте. А для того, чтобы вам легче было начать играть, конечно же, вводите мой промокод, пишите /mm, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно будет скачать 5-й и 10-й уровень. Поэтому вводите промокод, качайте уровень, забирайте свои бабки, покупайте себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом играйте на данном проекте. Ну а в этом ролике я буду крутить рулеточку, пацаны. Давно не было такого видосика про рулеточку, больше месяца. Поэтому обязательно возьмите, поставьте лайк, ну конечно же подпишитесь на канал. В этом видео я буду крутить рулетку на 1000 рублей и будем реально надеяться просто на нашу удачу. Всем, кто кушает, приятного аппетита, приятного просмотра, погнали! Ну что ж, дамы и господа, вот наша рулеточка получается на 1000 мазингов. Пацаны, я очень сильно надеюсь на то, что мне реально повезет, потому что я ни разу еще не выбивал ни аудиосистему, ни третий чип, ничего такого именно прям дорогого я не выбивал, пацаны. Я надеюсь на то, что нам вот сегодня именно повезет просто. Я хочу реально что-то годное выбить. Хотя бы там пару машинок, а лучше аудиосистему, либо третий чип. Реально, пацаны, просто вот поставьте лайк и пожелайте мне просто реально удачи, потому что я надеюсь, что нам выпадет что-то хорошее. Кому-то уже вон гелик 4x4 вообще выпал. Вот это, ебать, я тоже такого приза, в принципе, не отказался бы. Да, 1000 мазингов, это, в принципе, не так уж и много. Это всего лишь там, ну, 20 прокруток. То есть, ну, не так уж и много, но надеюсь, то, что нам реально повезет, потому что, ну, хочется уже наконец-то что-то выбить хорошее. Да и в целом, давно не было рулетки, и, возможно, это как-то повлияет. Поэтому давайте, я думаю, крутить и надеяться просто на нашу удачу. То, что нам сегодня реально хотя бы немножко, но повезет. Хотя бы какую-то более-менее нормальную машинку, там, за 10, за 15 миллионов, потому что бабки мне сейчас очень нужны, и было бы реально пиздато. Да, нам выпадает, конечно, машина, но как бы она стоит 15 тысяч всего лишь. Поэтому это не то, что я хотел, но в принципе ладно. Так, и нам выпадает собака ты сутулая, блин. Ну куда? Куда просто, блин? Ну чуть-чуть не хватило, понимаете? Вообще там, блядь, да иди ты нахуй, сука, заебал этот ебаный VPN. Ладно, пацаны, не сдаемся, не сдаемся. Я все равно верю в то, что нам, блять, сегодня что-то выпадет. Сука, ну хотя бы Вольво, блять, или R6. Деньги это хорошо, но, блять, сука, чуть-чуть, и так вот. И все, понимаете? И все просто, блядь. Немножко не хватило. Просто чуть-чуть не хватило, понимаете? Вообще, ну, ну, корвет, конечно, тоже, блядь. Не, хуй тебе, а не корвет, блядь. Бери часы, нахуй, носи, блядь. Смотри время, что ты долбоеб, блядь. Время долбоебов вот именно сегодня, нахуй. А у меня, ну, как раз таки, слушай, блядь, у меня время, чтоб ты подзавалил ебальник. Ебаная ты шляпа, блять. Вы видели просто? Я уже думаю, все, ебать, корвет, нахуй, 15 лямов, думаю. Думаю, ого! А тут вот так вот, на! Гитара тебе выпадает просто. Пожалуйста, 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 ну, блять. Сука, ну как это работает просто? Как, блядь? Сука, три машины идет почти подряд и выпадает какая-то хуйня. Объясните мне, пожалуйста, долбоебу, как это, блядь, работает вообще? Как люди просто, бывают с первой прокрутки, бывают аудиосистему, третий чип, автомобили дорогие. Почему у меня это не получается? Ой, блядь, ты... Спасибо, конечно, большое, блядь. Ну, гелик был бы поинтереснее чуть-чуть, понимаете? Чуть-чуть. Рено Т, блядь, газон. Джип Гранд Чероки, гелик и, сука, приор. Вот. Из всего, блядь, что есть, самое дешевое, блядь, выпадает, понимаете? Да, блядь, на тебе маску, нахуй, чтобы твое ебало не было видно, блядь. Как ты проебал, блядь, 1000 донатов в пизду. Вы не охуели, пожалуйста, месье рулетка? Месье рулетка, блядь. Ты не охуела? Случайно, блядь. 4 машины подряд и, сука, бабки выпадают. Не, ну ты точно, сука, пидораска, блядь. Конченая просто. 2 раза то же самое выпадает. Да пошел ты нахуй, я не буду плакать без тебя. Без твари проживу нормально. Да пошел ты нахуй, я не буду плакать. Без тебя, без твари проживу я нормально. Ты сволочь поганая.
Ну сколько я раз крутил рулетку, нихуя не выпадает, понимаете? И походу этот раз будет такой же самый, как и остальные. Да, серая панама, ебать. То, что я, ебать, хотел просто, ну. Либо я долбоеб, либо нахуй лыжи не едут. Я честно не знаю. Ну что ж, теперь я предлагаю поехать и посмотреть, сколько у нас в целом просто получилось. Реально для интереса. Я извиняюсь, пацаны, что я немножко там пригорел. Но реально, я надеялся на то, что мне хотя бы в этот раз хотя бы что-нибудь нормальное выпадет. Сейчас мы ее благополучно просто спавним. Ну, едем продавать на шахту. Не, приорка, кстати, симпатичная такая машинка, но, блин. Ну, она мне нахуй не нужна, понимаете? Вообще, типа, ну, ни в пизду, ни в Красную Армию, как говорится. Все, охуенно, блядь, положил. Так, отлично, давайте теперь заберем в призах. У нас там всякая хуйня. Хуета, малышка, не газуй, на шахту я тебя увезу. Так, давай, залетаем. Ой, блядь. Не ори, я случайно, нахуй. Блядь, было приятно, нахуй, познакомиться, если бы у меня еще клавиша бы работала. Так, ну, блядь, 200 тысяч, ну и похую, ебать. Просто. И по итогу мы там заработали 400 с чем-то, ебать, тысяч. Если так подумать, то это ни о чем. 1000 рублей, если я перевел бы в бабки, это было бы лям 900, пацаны. Понимаете? Лям 900. То есть с этой рулеточки я ушел в очень таки охуенный просто минус. То есть реально никаким образом я не окупился, потому что, ну, пару раз там бабки выпали, приора, ебать, и все, и пиздец. Поэтому вот как-то так, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все ссылочки есть в описании под видео. Всем пока-пока.